Это белый сын Пали. Сынишка, думали, слепой. Протирал ему глаза каждое утро святой водой, и сейчас еще. А сейчас играет с матерью, но бегает за ней. Вот он. О, какой. Ему охота туда дальше, а там я закрыл. Залез. Я не хочу, чтобы он туда залазил-то. Он там писать начал. Это Паля такая, больная, которая была, лечили. Я говорю, она на меня смотрит. Слово Паля не дает произносить, сразу же бежит к тебе. Это она его учит, как обороняться, видишь. Вот и лапами трет голову-то, прям по носу-то, а когти втягивает. Она не когтями, иначе бы ему разбороздила всю морду. Как она может так? Пушистая, хвост, как у лисы. А тут колтуны иногда сбиваются. Володя говорит, держи, он держит, а я ее растереблю. В кулак набрал, сколько шерсти-то. Она, наконец, задергалась, отпускаем. Потом в следующий раз. Головка маленько на бок так и осталась. Вот она ко мне подошла. Я сяду, тут удобнее мне будет. Снимаю вот он. Вот тут не подсвечивается. Вот так. Залез на трибуну. Совершенно не ходил. Выйдет и сидит целыми днями около. Вон то у меня сделано. Для него была там выселена была шкура и баранья. Это там мягко ему. Ух ты! Вот я закрыл, она не может туда, нет, бьется туда. Парень, хорошая мать оказалась, Буска тоже хорошая. Она его шибает. Залез. Сейчас слазит, как он будет. Интересно. Тут гликерия была, играет с ним. А спрыгнет. Точно. Топ. Ага. Не может туда залезть. Я подвинул маленько. У нас морковка такая мелконькая. Вот дядя Володя ее чистит у меня. Мне тереть надо будет. Она, видишь, какие. Маленькая совсем морковка. Она набирается. Он что, штук 7-8 их начистит? Это на завтрак у нас. Чтоб не пропадала. Ну, конечно. Тут и понятно, что тут такое. У нас везде на улице, в трапезной. Везде вот эта надпись. На дверях наружных. Нет ничего тут, чтобы тайно не видели. Открыто все снимается. И наружное наблюдение. Это интересно. Люди начинают. Особенно много у нас отрицательных отзывов, где мы обедаем. Видно, голодные. Просто голодные, голодные. А мы показываем, какие у нас тут. Вот вчера только за столом-то рыба двух сортов. Там и воскресный день. Помидоры. Вот остатки уже остаются. Помидоры вон там спеют и с луком. Масло растительное. Тыква пареная, как мед сладкое, отдельно. Вот показать. Вот пирожки. Это сестры принесли, сестры. Ну мы-то люди. Это хлеб напекли из своей муки. Блины, картошка. Картошка, смотри, какая нечищенная, мелконькая. Она мелкая. Вот я ее забрал в руки. Что видно, что какая она мелкая. А мы ее даже не чищем, мы так и едим, сварили. А то пирожки принесли. Это Татьяна Кузьминишна. Ну, надо, ну, раз желает угостить, так не будут же они чужих угощать. Вот эту открой-ка мне, я покажу рыбешку.
в деревне-то показывал я. А сейчас здесь сушеные. Никто не знает, вот я взял в руку сейчас, ну, здесь может быть штук 30 их. Вот у меня в ладони. Вот она. Гальян сушеный. Ну какой он? Вот это большая такая рыбка. А остальные это вот поменьше. Вот они такие. Они были посоленые, но очень вкусные. Кому бы не дал ребятишки взрослые, она в русской печи, жар с нее все вышло. Это она даже не чищенная. Это, ну, видно, она что там высохла, ничего и нету. Но она полезна. А которая сильно уже тут размочалилась, там внутри, это как табак нюхательный, мелко это. Вот. А тут на плитке кипятил чай, теперь заливаем 2 термоска, нам хватает пока. Видите, как хорошо нам тут. Благодарим Бога. Я не пойму, вот эти яйца куриные, это кто? Откуда пришли они? Татьяна Кузьминична сварила. Татьяна Кузьминична, это я, видать, Игорь привозит барабаш. Смятку сварила. А? Смятку сварила. Ага. А теперь это, там в коридоре у нас осталось это... Липовый лист, полмешка-то. Надо его куда-то принести оттуда. Что он там? Вот здесь. Это какая-то. Велика ли морковка? Там вот я покажу. Вот 3 морковки в руке. Ну и дальше он продолжает показать. Теперь что у нас здесь? Это вот, о чем я говорил. Помидоры, лук. Лук. Где-то у меня тут еще, а вот он лежит, лук. Мелконько нарезанный, растительное масло полито. Этот и сидит. Можно заучить стихотворение между делом. Сегодня? А какое ты прочитал? Нет, это я старое заучил. А, старое. Сегодня я Пастернака скинул в Гефсиманском саду, кажется, называется. Вот. Вчера принесли, что у нас тут еще? Блины, сестры принесли, рыба. Ну-ка, распуки, что за рыба? Вот она заложена в целлофан, а потом она печет ее. Это фольге. Фольге. Людмила Степановна каждого воскресенья она угощает. Вот. Это там где-то что-то добавили. Не знаю, вот это одна. Это сейчас отдадим кошкам. Очень любят ее зализывать. Вот аккуратненько. Вот она прискочила. Поля нельзя здесь. Вот поля я беру. Вот одну вот рыбку. Она. Сейчас. О. Вот какая рыба в фольге. Ну, чтобы понятно было, рядом ладонь покажи, что видно поперек. Ну, вот, видно, что большая рыба. Очень вкусно. А что это за рыба, не знаешь? Это, как она называется? А? Не селедка? Нет. Скумбрия? Скумбрия, да. А вот это я ей дам. Вот она, Паля, эту рыбу берет. О, откусить. Бери, все, утащила. Это она утащила. А рыжая в сенках, в сенях. Выпустили, сейчас там закрыли все, там мышки бегают. Это утром уже, после молитвы. Сейчас показать, как у нас есть. А тут что-то я занес пшеница в банке. Это буду давать сейчас воробьям кормить. Семечки тут привез фермер, 2 мешка. 3 года назад я все тяну помаленьку, жуланов кормлю. Жулан это большая синица. Вот так. И что ты сегодня у тебя суп сварил какой? Ну да, с картошкой. Картошка, да? Шино. Рыба. Рыба, да, вон. И с рыбой, да? Селедка, да. Вот она есть какая, видите, какая большая рыба. Вот так вот мы живем. Теперь любое дело, что делаем, вот поели, убрать надо. Котенку не даю есть. Вот сюда вот кошачья подняла. Сейчас посмотрю, что тут есть. Ну вот, это кошачья. Спрятали, чтобы ему не попало в рот. Иначе тогда мать не будет его зализывать. А он еще не привык. Вот садимся за стол. Это мой стул. А Паля уже сидит здесь. А внизу, если рыжие в избе, то рыжие сидят, ждут, когда я им эти гальяшков дам. И везде вот написано. Везде надписи предупредительные. Включил плитку. Не отходи ни на шаг. Смотри. То есть часто бывало, что закипело стекло и ушло. Вот так. Впереди тут это... Женщина взята при любодеянии. Привели. Ну, тут плохо видно. А тут даже у нас и зеркало есть на всякий случай. Вот. Ну, закрыто, чтобы не сияло солнце. Солнцем тут слепит.
Здесь обожгла ногу, заскочила с кошкой. Сразу мы закрываем вот этим железным листом. Ни с какой стороны не зайдешь тогда. Сверху решетка здесь, вот не видно тут. Вот я сушу маленькому туалет. И везде вот написано так. Забываешь, что сразу глянул, и все. У нас везде все за надписи. Божественные надписи. Весь храм и в трапезной, и в притворе. Вот так вот написано. И здесь вот даже по телефону, когда ввели цены, разговор. Разговаривать не более 2-3 минут, проверь, правильно ли положена трубка. И внизу. Серахов 19.1. Ни во что ставящий малое, мало-помалу придет в упадок. Вот тут адреса, телефоны своих. Это фонарь. Его посоветовал Сергей, парализованный Козлов, чтобы освещало лицо. Это у меня накрываю ящичек на клавиатуру. Вот так вот беру. Я вот покажу. И накрываю. А на нее кладу вот эти книги. И сверху аппарат, и тогда можно будет снимать. Вот утрами один я записываю. Один. Вот показать обстановку. Да, ходить ну совсем негде. Мало места. А нам хватает. Ну а тут все внизу, вся моя бухгалтерия. Много переписки. Речь идет о очень огромной переписке. У меня примерно 1200 писем уходило в год. 1200. Даже это вообразить невозможно. Вот как. Тогда не было компьютера, от руки писали. Это запасные Евангелия, у нас много, не меньше 100 всегда хранится. А ты, Володя, разобрал, тут Новый Завет-то послали, а тут у меня пусто теперь. Вот, наверху-то нету, надо будет занести. Чтобы было. Вот примерно показали. Володина место тут. Там занимаются, здесь. На маленьком пространстве, затаренном, как я говорю. Вот так все здесь есть. Это утром я встаю, переоделся. Одеяло сегодня с собой этого положил, грел беленький. Ну вот сегодня утро. 5 ноября 2018 года. Полил тут лист рыбку. Вот это у нас мы завтракаем. Кошки тут сидят у меня. Вот разные. А котенка маленького уже 2 месяца почти. Я не давал ему есть. Только мать сосет. А раз мать сосет, то она его зализывает из-под хвоста, и он нигде не оправляется. Сейчас уже начал мочиться. И она уже не дает ему сосать, видимо, много. Сегодня первый день, это утро сегодня у нас, наверное, 5, и ему около 2 месяцев, 5 ноября 2018 года. Вот я ему сейчас готовлю, маленько положил тыквы, маленько оторвал от блина, и положил молоки, это много будет ему, рыбки, и вот в фольге запеченное, тоже маленько. И сейчас посмотрим, как он будет есть, первый раз. Первый раз за 2 месяца надо на улицу сводить. Снег, чтобы посмотрел. Ну, как будто все. О, смотри, она еще тут пришла, накрошила. Вот до сегодняшнего дня мы берегли, и когда взрослых кормим, его прятали. Он казался слепым. Слепой. Вообще не ходил, сидел. А потом протирали, протирали глаза святой водой. Сейчас он бегает, играет, видит, видит. А теперь я ему даю. На. На, на. Он не видит еще, вот он. Подожди. О, это мать сразу сюда. Ну-ка, вот он. Нюхает. Первый раз видит пищу. Так. Он не знает, с чего начать. Топ. Да ты-то большая-то. Иди. Вот первый раз приступает, как взрослый. Главное,
Не рыбу ест, а тыкву. Вот интересно. Теперь за рыбу. А Володя купил молока тут цельного, деревенского. Сейчас, сегодня я ему должен дать. Он лижет, а Ися не знает как. Глотать надо. Вот, жевать начал. Вот интересно, как вот ребенок здесь, а здесь котенок. Вот, показать, как первый раз ест. А это мать. Ну, если ей сюда запустить, она сейчас мигом сразу все слопает. Ну, все понятно. Пошла. Процесс пошел, как Горбачев говорил. Потом ему дадим мышку. Интересно, кошка дома сидит. Не пускаем туда. А я сам руками мышь поймал. Поймал и принес. Ну, я ее задавил. Вот, видно, что экраны дают тепло, а не с улицы. Рыжка это улеглись, прямо носом уткнулись вплотную. Залезли тут, ну не мешают, пускай сидят. Мне не видать тут, где они. Я не вижу, где опера. Нет. Прямо такие вот воткнулся в морду и закрыл тут. Не видать где. И она под него голову спрятала. Вот как бывает. У меня ножницы, колонки. А как же где нажать-то мне? Это не вижу нигде. О, попал, не видя. Обновленная. Последние ролики. Вот включил свет. Вот какая картина. Уши греет. Плотную. Прямо прижали нос-то. Расплющился. Лежат. Наелись. Теперь надо тепло. Там действительно что-то теплое есть. А им многое не надо. Они чувствуют тепло. А, дышат как. Я знаю, что делать, как вызвать их отсюда. Запустить кошку, а сейчас запущу взрослую, их мать. Посмотрим, как они среагируют. Сейчас. Буска, буска. Вот они. Пока я там кричал, они уже выскочили. Нету матери, нету. Ну-ка, давай. Слазь. Вот на мою. Сейчас залезла. Это лежит. Сейчас я крикну, чтобы она взошла. Буска, буска, буска. Буска, буска. Буска. Ну вот. Вот он подскочил. Нет, брат. Еще не будем. Закрывать надо. Это тоже подошла. Мамкино молоко ищет. Да не пойдет так дело. Вы что стали-то? Выйти нельзя мне.